Аким Туркестанской области Жансейит Туймебаев отметил, что неправительственные организации являются неотъемлемой частью общества, а их деятельность должна быть направлена на развитие страны. В этом году мы будем свидетелями исторических событий в регионе. В соответствии с указом главы государства была образована Туркестанская область. Это судьбоносное решение даст новый импульс для развития всех сфер общества. Неправительственные организации должны внести свой вклад в процветание области. В Туркестанской области зарегистрировано 738 общественных объединений. И государство для активизации работы неправительственных организаций в городах и районах региона проводит постоянную работу по их финансовой поддержке. Уверен, что на форуме будут заложены основы эффективных инициатив и добрых дел, которые будут направлены на процветание и развитие нашей страны и священного Туркестана. В ходе мероприятия аким области вручил благодарственные письма представителям ряда неправительственных организаций. Также участники форума утвердили список делегатов от Южного Казахстана, которые будут представлять Туркестанскую область на 8-м республиканском гражданском форуме.